Всем привет, мои дорогие зрители! В этом видео подборка классных, уникальных, функциональных тем уже готова. Давайте же посмотрим эти темы. Настройки, темы, личный кабинет. Еще разочек напомню, чтобы вы получили расширенный доступ к своим темам, вам нужно поменять свой стоковый регион на Индию. Вы получаете в этом случае расширенные настройки в вашем магазине тем. Эти три темы у меня уже скачаны, чтобы вы их смогли скачать и найти. Их название я оставлю в описании в этом видео. Если вы захотите скачать, вы просто копируете мое название этой темы, вставляете в свой поиск своих тем, отыскиваете ее, скачиваете и применяете. Давайте же посмотрим. Первая тема, она называется Subhire V11. Применяем эту тему, ждем пару секунд. Очень классная тема, она просто кардинально меняет ваш смартфон. В общем-то, все как вы любите. В целом, такой вот, знаете, стиль светло-зеленого цвета. Все в этом будет стиле. Рабочий стол у нас очень интересно смотрится. Ярлыки наших приложений очень такие мягкие и нежные. Вот наш функциональный виджет. Время, дата, погода. Даже есть небольшой ярлычок нашей погоды. Текст читабелен, расстояние между ярлыками среднее. Как смотрится в меню наших уведомлений. Смотрите, насколько классно все функционально. Круглые ярлыки нашего функционала. Если функция включена, окрашивается в желтый цвет. Все классненько и красиво смотрится. Настройки здесь тоже просто поменены кардинально. Ярлыки в одном цвете. Все понятно, все классно, читабельно смотрится. Идем дальше. Так, меню нашего вызова. Смотрите. Тоже все в желтом цвете, на фоне зеленом. Наша клавиатура кругленькая. Вот, желтые цифры. Все классно и понятно. Меню блокировки экрана здесь очень классно смотрится. И вы можете сами здесь некоторые функции менять. Смотрите, видите, я даже ввел название своего канала. Погода у нас анимационная. Время, дата, погода. Все четенько. Если вот ваши приложения для быстрого доступа. Если вы нажимаете настройки, вот вы попадаете в настройки данной темы. Смотрите, вы можете здесь отключить музыку, отключить погоду. Допустим, если вы нажимаете отключить погоду, все, у вас погоды уже не будет. Но мне кажется, с погодой более интересно и функционально. Вы можете написать текст, вот как я здесь написал за 5 минут, можете написать другой. Прошу прощения, ребята. Можете выбрать размер текста и цвет текста. Вот такая вот классная и функциональная у нас получилась в этом видео первая тема. Я надеюсь, она вам понравится, вы ее оцените, поставите лайк этому видео. Давайте приступим рассматривать нашу вторую тему. Тоже она с одной стороны функциональная, с другой стороны не очень. Сейчас посмотрим. Так, смотрим. Здесь анимационное у нас все. Рабочий стол и все, что мы делаем. На заднем фоне, видите, кружочки так разного цвета и разного размера опускаются сверху вниз. Очень красиво, приятно смотрится. В целом, тема у нас можно сделать темную. Ну, а так она идет стандартная. Смотрите, настройки у нас стандартные. Уведомления у нас стандартные. Вызовы у нас тоже стандартные. Все стандартное. Вы можете поставить темную тему, у вас будет все темное. Все темное. Ярлыки наших приложений круглого размера. Здесь у нас функционально довольно сильно это блокировка экрана. Смотрите. Вот как все смотрится. Сюда вы можете вставить свою фоточку. Но тут нужно размер 320 на 320. У меня, к сожалению, такой фотки я не нашел у себя. Смотрите, вы делаете свайп вправо. Вот у нас погода высвечивается. Закрываем. Свайп влево. Вот, пожалуйста, у нас календарь высвечивается. Если мы нажимаем вот сюда, здесь у нас открываются наши приложения для быстрого доступа. Можете включить Wi-Fi, отключить, обновить, вызовы. Так, это у нас Bluetooth. Здесь у нас вот такие вот стандартные приложения. Вы можете их поменять. Видите, я уже вставил переводчик. Как поменять? Легко. Вот есть у нас настройки. Вы сюда нажимаете. И все. Вот наши функции. Смотрите. Вот, я вставил сюда переводчик. Вы можете вставить свои любимые приложения для быстрого доступа. Так, можете название написать. Кстати, вы заметили, здесь у меня название еще было. Вот, за 5 минут уже я поставил.
Очень функциональный у нас экран блокировки. Поэтому, если вам понравилась эта тема, и почему я ее выбрал именно из-за функциональности, то, пожалуйста, эта тема вам понравится. Следующая тема, которую я для вас подготовил, называется «Хавк». Применяем эту тему. Тоже красивая тема. Мне вообще птицы очень нравятся в целом. Поэтому мне эта тема стала приятна. Вот такая птичка. Орел или сокол это. Так, смотрите, здесь у нас очень прикольно и разноцветно смотрятся наши функции. Видите? То есть наша сеть. Заряд батареи. Потом Wi-Fi уровень. И интернет наш мобильный. Смотрите, у нас яркие квадратные с закругленными краями ярлыки наших приложений. Все классненько смотрится. На заднем фоне и на луне, на небе звездном вот летит птица. Мы когда свайпаем вправо-влево, картинка наша двигается. Так, настроечки у нас, в общем-то, стандартные на фоне этой птички с луной. Меню уведомлений то же самое. У нас идет стандартное, ну не совсем стандартное, сами иконки другие, но стандартное в том плане, что на фоне птицы. Видите, птичка сидит так и отдыхает. Меню вызовов то же самое у нас стандартное идет, но при этом клавиатура для набора номера у нас чуть-чуть уже идет более оригинальная. Вот. Так, экран блокировки экрана у нас идет стандартный. Ничего особенного здесь нету, функций никаких особо нету. Но мне понравилось то, что здесь все прозрачное у нас. Вот, видите, у нас прозрачное на таком приятном фоне. Надеюсь, ребят, эти темы вам понравятся. Оцените, пожалуйста, эти темы. Ставьте свой комментарий, поставьте лайк. Подписывайтесь на канал, на это видео. Я буду очень вам благодарен за подписку и за вообще за активность, за ваше участие. Мне это приятно. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, эти темы вам понравятся. Всем успехов, ребят. Всем удачи.